Всем привет, мои дорогие виноградинки, вы на канале Кишмиш Плей, меня зовут Иван, и мы с вами продолжаем прохождение Киберпанк Фантом Либерти DLC. В прошлой серии мы... Ой, ёб твою мать, меня палят, оказывается. В прошлой серии мы с Сойкой сбежали на космодром, и за нами сюда приехали. Сойка почти умирает. Сойка умирает, еле ползает, еле двигается, ну прям видно, что и супер херово. Мы хотим... на космодроме мы, собственно, из-за того, что клиника, в которую мы должны попасть, в которую она должна попасть, в которую ее вылечат, а меня не знаю, находится на Луне. О, я же знаю, что ты беспокоишься о ней. Ты ее вербовал, обучал. Конечно, ты хочешь ей помочь, но твой долг в первую очередь защищать свою страну. Сойка сделала выбор. Теперь ей придется столкнуться с последствиями. Еще один нюанс есть. Проект, над которым она работала, нужно сохранить в тайне, чего бы это ни стоило. Это плохо. Очень плохо. Я не хочу даже думать о том, что может случиться, если нашу птичку кто-нибудь поймает. Никто не должен узнать об этой истории. Это может уничтожить Новый Штат, я не собираюсь так рисковать. Прекрасно вас понимаю. Никакого риска. Я обо всем позабочусь. Ты это слышал? Ты же понимаешь, что я тоже этого не хотела? Я тепло к ней относилась. Доверяла ей. Но бывают решения, которые меняют все. Это они говорят про то, чтобы убить ее. Решение? Ее или ваше? Что, прости? Вы слышали? Неважно. Я знаю, что надо делать, я это сделаю. Наделяю тебя всеми необходимыми полномочиями. Постарайся только не стрелять ей в голову. Не знаю, чего я ожидала. Да, тебя хотят убить. Это, в принципе, нормальная реакция, на самом деле. Ну, типа... А что, мы дальше сидим? Чё сидим-то? А, на Нарида смотрит. Какой будет приказ, сэр? Сам слышал. Так точно. Мы в жопе. Целиком и полностью. Спокойно. Я никуда не ухожу, они до тебя не доберутся. Ты плохо ее знаешь. Эта стерва меня с того света достанет, чтобы отомстить. Надо идти. Ну, слушай, давай, кратенько, немножечко. Она просила Сойку залазить за черный заслон, что все международные договоренности нарушала. Ну, типа, для ее цели, ради ее задач Майерс это сказала. Типа, залезь за черный заслон, сделай для меня кое-что вот это. Собственно, поэтому Майерс стала президентом. Если кто-то про это узнает, пиздец Майерс, пиздец штатам. Это вызовет международный скандал и всем пиздец. Естественно, она хочет убрать Сойку. Ну, бля, я на этой стороне... Я даже переигрывать не буду за другую сторону. Хотя, ладно, посмотрим, что вообще в конце здесь еще развернется. Ты помнишь, мы сделали выбор, что можно уйти с Сойкой, а можно не уходить. Мы решили уйти с Сойкой. Потом будем смотреть, что будет, если не уходить, но пока эта концовка, скорее всего, мне больше нравится. Они ее подловили на преступлении, завербовали, всю жизнь заставляли делать что-то для себя, противозаконное настолько и опасное, что она сейчас от этого умирает. А теперь хотят от нее просто избавиться. Просто такие, типа, ну все, убейте ее. Главное, не в голову стреляй. А почему не в голову, я не знаю. Скорее всего, из-за того, что они хотят выкачать еще какую-то информацию из ее головы. Гражданских эвакуируют. Видимо, решили развернуться в полную силу. Ладно, возвращаемся в терминал. А зачем в терминал? Мы справимся. Мы просто должны посадить тебя на шаттл. И мы это сделаем. До посадочной площадки идет поезд. Надо только пробиться через терминал тихо. Пробьемся, это не проблема же. Надеюсь, не в тихую, правильно? Мы же не в тихую будем пробиваться. Мы же можем прям вот взять и развернуться тоже по полной. Не они одни это могут сделать. Так, снайперка мне сейчас точно не понадобится. Мне, скорее всего, понадобится пулемет, дробовик и пистолет. Набор чемпиона. Спецназовцы Майерс, сейчас будет жарко. Им или нам? Они убивают гражданских? Вы чё, блядь? Даже я себе этого не позволяю. Охуевшие. Это вам не гражданских убивать, да? Ёлки, мать, что здесь происходит? Мне еще надо успеть всех обыскивать, помнишь, да? Обязательные условия моей игры — это все забрать, все залутать. А кто там? Кто там? Кто тут? Кто тут? Он
Ой, да нафига мне эта светошумовая? Почему он всегда ее, блядь, сюда ставит? Где моя? Лицевая панель с оттиском личности. Можно было ее использовать. Противопехотная граната. Взрез. И что она делает? Да что-то так себе, если честно. Это граната, это взрез. Во. Я настолько бронированный, что я вообще не чувствую даже их выстрелы, если честно. Я просто имплантами себя засадил по полной программе. Я убью их всех спокойно, обыщу и пойдем дальше. А против... А, подожди. Они, похоже, перестреливаются против охраны этого. Против охраны аэропорта. А я враг и тем, и тем. Ой, бля. А это опять проблема. По мне почти урон не проходит. Не зря я прокачал себе настолько импланты, правильно? Глазь. Так, подожди. Мне надо разобраться сразу со всеми, кто внизу, а потом разобраться с роботом. Давай, добей его. Перезаряди пулемет, пускай он заряжен будет. Выскочим с дробовиком, наверное, да? Ой, дробовик, хорошо. Хороший дробовик. Ты видел, сколько мне понадобилось выстрела, чтобы его положить. Ой, еще один. Перезаряди. Погнали. Есть. Твою мать. Перезаряди спокойненько. Так, что-то там вон там, быстрее. Четыре трупа с одной гранатки, ты видал? Боже, здесь очень много врагов. Как она в международный аэропорт притащила такую ораву? Она сумасшедшая, моя сумасшедшая. Я в начале игры, в начале DLC говорил, что она прям супер. Но она ёбнутая на голову, она просто ёбнутая, вот и все. Она готова ради своего... Ой, вы еще пришли люди. А, они будут, скорее всего, приходить, пока я здесь. Ничего, это же халявный лут. Это же халявный лут получается, правильно? Они все идут и идут. Не, давай собираем, короче, фиолетовое и валим. Собираем фиолетовое и просто валим отсюда. А почему я не могу бегать? Меня заблокировали бег быстрый. А почему мне заблокировали бег? Что я такого сделал, что у меня был заблокирован? А, вот все, бег на месте. Бег на месте, все хорошо. Бег на месте, нет. Бля, я не знаю, что меня так разъебывается-то? Боже, я столько всего оставлю. Столько всего оставлю. Вылазь. Ну, вылезь, пожалуйста. Стенку не пробивает. Ладно, валим отсюда. Пойдем, Сойка. Я же сказал, прорвемся. Мне когда дают просто их убивать, это же это самое легкое. Опа. Опачки. Открой мне дверь эту. Они с охраной перестреливаются. Здесь очень серьезная заваруха. Где, что это за дробовик у меня вообще? Это который я нашел у Джуди? Шельма, да, это дробовичок, который я нашел у Джуди. Хороший дробовичок. Слушай. Я во втором прохождении, конечно, захочу его себе очень сильно взять. А про второе прохождение, имею в виду, я буду потом стопудово еще раз киберпанк проходить. С самого начала, но не на запись. Так, чисто для себя уже. Не на запись, потому что, ну, это очень длинная история, мы ее все увидели, всем очень понравилось. Но прям не знаю, почему-то вот хочется 2.0 пройти прям с самого начала. Да, ёб твою мать. Стреляю уж точнее.
Это еще не конец, не подставляйся. Подожди, мы здесь были. Мы были в этих коридорах. А зачем мы ушли, а потом сюда вернулись? Не понял я. Вот здесь мы тоже были. В чем логика? Погнали за ними. Последний. Последний патрон, походу, был. Бля, у них нетранер есть. Нетранер — это плохо. И снайпер. А я не знаю, что хуже, нетранер или снайпер. А, кстати, соврал. Еще один есть патрон. Ёбаный в рот. А мне нужно в этот лифт или нет? Там просто фиолетовый с той стороны лежит. О, забери, забери красненько. Вот это заварушка, я понимаю. Вот это мы здесь, конечно, шороху навели. Просто пиздец. А мы тут, конечно, давай тихо пройдем. Давай пройдем тихо. А теперь у нас здесь просто война. Я даже это перестрелка не назову. Это просто война, понимаешь? Это просто какая-то, как это жесть происходит. Давай. Почему у него слабое место в ноге, я не понимаю. Скидывай нахуй эту перегрев. Пулемет жалко перегревается. Классная вещь, но если бы он не перегревался, был бы еще лучше. Все, пока они друг на друга там отличены, я быстренько хоп-хоп. Хоп, зелененькое тоже, в принципе, заберем. Все, что сейчас попадется, заберем и валим отсюда. Скидывай сразу. Кто меня спалил? Ну давай, подойди. Все, Сойка, уходим. Сейчас можем уходить. Так, ты, кстати, следи за мыслью, я ее уже озвучил, но она мне до сих пор кажется странной. Мы были в этой комнате, мы были наверху, мы были возле космопорта. Мы потом оттуда свалили, потому что там была Майрос. И нам нужно было куда, что прорваться? Да... Ой, подожди. Подожди. А теперь убегаем. Все, 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 здесь, 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 здесь. Зона вылета, поехали. А, мы здесь другой дорожкой пошли, вот. Ты ничего не скажешь, Сойка? Что такое? Ей прям хреново, видимо. Осторожно! Вертушка. Охуеть. Я согласен. Я согласен. Это прям охуеть. Повезло. Нас вроде бы не заметили. Ви, если вертолет нас засечет, нам уже ничего не поможет. Перезаряди, пожалуйста. Значит, постараемся не попадаться. Сейчас, подожди, надо все перезарядить. Пулемет тоже, кстати, почему-то не перезарядил я. Если нас вертолет засечет, нам уже не поможет ничегошеньки. А ее прям дергает. Давай, открывай ворота, погнали. Мне ж надо же все, надо же, чтобы все было наготове, понимаешь? Никого? Нет, не никого. Я думаю, что не никого. Иди вперед. Это... Нет, это не мина, ладно. Нас сейчас или лично Майерс будет ждать, или Рид. О, лежат трупы. Фиолетовый чип? Можно. Все чисто. 4000 фиолетовый чип, неплохо. Дай сюда. Подождать Сойку. Да ё-моё, пролезь. Так, извини, что так долго отвечала, я просто не могла поверить, что это не сон. Я сделаю все, что ты, чтобы ты не пожелала о том, что сделала ради меня. Сложно высказать, как мне с тобой повезло. Жду, когда ты прочитаешь мое сообщение, чтобы вместе с тобой начать новую жизнь. Твоя Дотти. А он лежит, она лежит здесь, труп. Подожди, голова кружится. Блядь, жалко ее.
Она выжить хотела начать, ее здесь убили. Она даже не охрана. Могу посмотреть на твой хром. Думаешь, это безопасно? Мне не впервой. Я знаком с большинством твоих устройств. Могу провести автодиагностику и дать тебе доступ к твоему биосу. К биосу. Батарейку поменяй в биосе. Ага, вижу. Попробую разогнать компрессоры, надеюсь, они выдержат. А все-таки можно и помочь таким способом. Прикольно. Что, Джонни, хочешь сказать что-то? Все должно было быть по-другому. Проще. Но жалобами тут не поможешь, да и осталось недолго. Так во сколько сейчас берут за внеплановый полет на Луну? Один разговор и несколько секретов. Государственных? Государственных, личных. В моем случае это одно и то же. Насчет черного заслона? В том числе. Не хочу об этом говорить. Я жизнью рискую. Не осуждай меня, пожалуйста. Я тебя понимаю, не переживай. Ты делаешь все, ты делаешь все правильно. Как настоящая эгоистка, даже не начинай. Ладно, поболтали и хватит. Мне вот это можешь, поможешь мне встать? Мне вот эта стюардесса из головы все не идет. Выглядишь чуть получше. Что, правда? Она, у нее в жизни произошло радостное событие, скорее всего, ее позвали замуж. А она лежит здесь. Ну, знаешь, хотя, знаешь, что еще тоже можно про это сказать? Она хотя бы умерла с радостной новостью. Представляешь, если бы ее, она ее не услышала. Ну, пиздец, это прям разъеб. Вот это одно сообщение, это прям разъеб какой-то. Черт, опять они! В укрытие, быстро! Вертушка. Сука, ему вообще похер. Забей на него, просто беги. Так, мне туда бежать надо. Да что же такое? Не открывается. Быстрее, по лестнице. Ща, погоди. Давай, беги. Нормально, нормально. Держим, держим, держим удар. Мы же бронированные ублюдки. Спецназ. Ой, блин. Еще и спецназ. Отдай сюда свою пушку. Нужен медик, уже не нужен. Говорит, быстрей, быстрей. Побежали. Ох, вы... Ёбаный Майерс. Не отвлекайся. Не, мне здесь нужна быстрая пушка. Мне нужна быстрая пушка, именно которая быстро убивает, быстро перезаряжается. С пулеметом здесь делать нечего было бы. Эй, подожди меня. Давай быстрее. А ты где там делась? Давай, я отвлекаю на себя, а ты тихонечко... Выстрел в голову вещь. Ой, не зря я пистолет прокачивал. Не зря прокачивал крит ударпа. Бля, ты жив? Да. Вроде бы. Нам надо на поезд, он идет к посадочной площадке. Как-то выглядит это очень все странно. А, не зря пистолет прокачивал. Нельзя криты вот эти прокачивал в голову. Просто вещь. Просто вещь. Серьезно, в следующий раз я точно так бы сделал. Точно так бы сделал. Это просто имба какая-то получается. Прокачиваешь пистик, прокачиваешь крит по голове и все, и стреляешь по головам. Подозрительно никого нет. Очень сильно подозрительно, что никого нет. Вертушка. Идем к диспетчерской вышке. Я пригоню поезд. Не прячь оружие. Мало ли что. Это выглядит как арена для бусфайта. Тут как-то слишком тихо. Да. Очень. Площадка большая. Что же на нас отправят? Берегись. Черт, ловушка. Это им не поможет. Прячься скорее. Ой, они в этой. С... Как его, блядь? С камуфляжем. Блядь.
Здесь есть нетранер. Ненавижу нетранеров. Мажу. Ты видел? Пулеметчик с черепом на голове. Три выстрела в голову и лежит. Просто три выстрела в голову. Ой, блядь. Еще звук такой. Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь идет. Ой, блядь, валдею просто огонь. 596 критического урона. Они меня ждали. Они хотели, чтобы я сюда пришел. Бля, замыкание, замыкание мне не надо. Успею, не успею. Успел. Это был последний. Все чисто. Ты не ранена? Нет, нет, все окей. Идем к диспетчерской вышке, оттуда я пригоню поезд. Давай, беги к диспетчерской, я пока соберу здесь все. Он все равно меня чуть-чуть ломанул. Видишь, у меня какое-то что-то действует на меня. Пока Сойка туда доползет, я быстренько все здесь залутаю. Вот буквально хотя бы фиолетовые. Вот так вот, хорошо. Опа. А, и пулемет не надо мне сейчас. А, ты уже здесь. Что делаешь? Ломаю консоль, чтобы пригнать поезд. Мне нужно что-то делать. Постарайся, чтобы меня никто не отвлекал. Из людей Майерс? Окей. Ну, погнали. Удачи, Сойка. Да ё-моё! Что это пошло такое? Нормально ж общались. Они будут агриться на меня? Или они будут пытаться пройти мимо к Сойке напрямую? Эти посерьезные ребятки прискакали уже. Как там дела? Долго еще? Не дергай меня. Родная, сколько надо? Хоть час, хоть два. Мы здесь прекрасно проводим время. Гранатка. Я здесь реально веселюсь. Это просто огонь. Таких перестрелок плотных не хватало в оригинальном киберпанке. Я тебе отвечаю, в DLC просто песня. Сюжет, геймплей, механики просто охуенно. Держись, я почти все. Вот что-что, а Project Red умеют делать DLC-шки. У них что кровь и вино, что каменные сердца, что Phantom Liberty. Просто огонь. Скажем так, 99 баллов из 100. Сотка была бы, если бы русскую озвучку добавили. Была бы соточка. Чисто один балл за озвучку снимаю. Музыка охуенная. Получилось, поезд сейчас будет. Ви! Ёбаный в рот. Зойк, Сойка, кто там, что тут? А, вертушка, блядь. Вертушки не хватало только. Узнать, как дела у Сойки. Сойка жива? Ох, блядь. Ты как, жива? Пока да. Посмотрим, как пойдет. Бля, Сойка, выглядишь хуёво. Они нас переиграли. Я пойду за черный слон, иначе нам конец. Я оставлю нейромост. Буду у тебя на подхвате. Мы пойдем за черный заслон. С прокси будет полегче. Ну что, готов? Вряд ли это будет приятно, но подключайся. Отправка демонов черного заслона. Мы сейчас увидим этого эскина, скорее всего. Направить импульс.
Да, я угадаю, в этой вертушке Майерс сидела. Или Рид. Сойка, ты как? Я помогу. Обопрись на меня. Нам надо на поезд. Как же больно. Ну это хотя бы Сойка. Да уж, еще бы, но ты справилась. Ты спасла нас. Ви, слышишь? Это черный заслон. Не бойся, я здесь с тобой. Она умрет, она не переживет эту херню стопудово. Или это уже не Сойка будет? Вот так. Она умирала и подключилась опять к заслону. Скоро уже пойдешь на посадку. Да, блядь, заварушка была. Ты как, держишься пока? Ну что, последний рывок. Худшее позади. Я всегда считаю худшим то, что было, а не то, что будет. Вот это оптимист. Как ты вообще выдержала столько лет в ТРУ? Я умею разделять личную жизнь и работу. Слышишь, как гудит? Вот бы заснуть и не проснуться уже никогда. Это, кстати, очень простое желание. Это очень легко обеспечить. Не смей засыпать, ты чё? Эй, не смей мне тут засыпать. Что, ты можешь реально не проснуться? Я недавно видела Рида. Во сне. Мне часто снится этот кошмар. Про то, как он едет в поезде и умирает из-за того, что я сделала. About that same damn train. Him dying because of what I did. Just put it out. Постарайся сейчас об этом не думать. Я не могу. Отдохни, ладно? Только не спи. Я ненавижу себя за то, что так поступило. Вся вина лежит на Майерлс. От совести не убежишь. Мы все совершаем ошибки. Я уверен, что Рид тебя простил. Мне кажется, Рид простил тебя. А, ты опять его кидаешь. Да это прям отличная поддержка сейчас была. Сойка? Я предала не только Рида. А кого еще? Ви, нейроматрицу. Нейроматрицу можно применить только раз. В смысле, почему? Это пленный скин из-за черного заслона. Он существует, пока эволюционирует. Это она говорит про то, что лекарство одноразовое. Я прерву цикл, когда освобожу его. Он выполнит мои приказы и исчезнет. Безвозвратно. Это не могла сразу сказать мне правду. Ты бы сразу меня послал. А мне нужна была помощь. Мне пизда. Я думаю, я скоро умру. Надо было сразу сказать тебе все. Прости меня.
Блять, ну она кинула нас, получается. Конечно, надо было. Я бы все равно тебе помог. Нахуя, я не знаю. Сойка? Ебать колотить, вот это поворот. Твоя барышня всех прокатила. Майлз, Хансена, Рида, тебя. Решил постебаться надо мной? Да при чем тут вообще ты? Я просто представляю, какая сила воли нужна, чтобы быть сволочью до самого конца. Девочка так хочет добиться своего, что это заслуживает уважения. Мне похуй. Главное, что нам с тобой опять начинать сначала. Опять искать того, кто поможет нам выжить. Ты всегда можешь набрать Риду. Он же меня убьет. Ты слишком высоко себя ставишь, Ли. На тебя ему насрать. Он охотился только за одним человеком. Ладно, приятно было выбраться с тобой поболтать. Но мне кажется, тебе пора ее будить. А вот он имеет в виду сдать ее... Сдать ее Риду? Он ее убьет, и типа я получу шанс на спасение. Бля, ну это пиздец подло. Я понимаю, что она сволочь, она всех кинула, но я ж не такой. Хрен с ней. Я все равно не спасусь, нет счастливого конца в этой игре. Эй, Сойка, почти приехали. Счастливого конца нету, здесь все умрут. Ладно, сейчас помогу. Почти пришли. Пора смириться, Киберпанк это игра с хуевым концом. Он не спасется, не выживет, не Ви. Сойка, скорее всего, сейчас тоже умрет, даже если мы ее не сдадим. Недолго осталось. Не факт, что и скин ей поможет. Мы столько вариантов перепробовали. Ну, блять, это... Это бесполезно. Ну, твою мать. Остановись. Не подходи ко мне. Только дернусь, и я убью тебя, Ви. Иди нахуй, пожалуйста. Последнее предупреждение. Ты заберешь ее только через мой труп. Интересно, он шмальнет или нет? Жаль, что так получилось. Сука, он реально выстрелил? Блять. Он реально выстрелил. Опять за Майлз, да? До самого конца. Сколько раз она его кинула? Он готов плясать под ее дудочку. Эй, так интересно, почему так? А, мне дали возможность еще раз Риду позвонить. Не, не надо. Не нужно мне, я не хочу идти на поводу Рида. Если мы выбрали эту дорожку, надо идти ее до конца, понимаешь? Посреди пути не получится поменять решение. Остановись. Это приказ? Блять! Я не хотел еще раз ловить пулю. Он реально, он выстрелил, даже если дальше продолжить идти. Надо остановиться и с ним побазарить. Ну, в смысле побазарить, положить Сойку, и там уже будем смотреть, что пойдет дальше. У меня же есть Малориан, у меня есть Сэм Дэвистон, я, в принципе, Рида могу убить. Да, конечно, это просто шикарная DLC, если честно. Просто шикарная. Давай, проматываем немножко. Почти пришли. Понимаешь, вот ее сейчас вот просто оставить здесь... Сколько ей? Час еще она проваляется, проживет, и она умрет. Если мы ее кинем, то все, ну у нее точно шансов нет. А у меня есть шанс. Ну какой шанс, типа? Умереть спокойно, блять. После того, как пулю в башку словил. Это приказ? Остановись или умрешь.
Обязательно хочу это сказать. Последнее предупреждение. Все, все. Я сейчас ее положу. Вот так. Пистолет в руке у него. Что теперь будешь делать? Ты не видишь, что она умирает? Я вижу, что один обреченный защищает другую. Если она умрет, ты будешь в этом виноват. Ну да, а ты, Майлз, тут, конечно, не при делах. Сойка умрет, если улетит на Луну. Хочешь ее спасти? Оставь ее мне. Достать оружие, прости. Майлз приказала тебе убить Сойку, и ты ей ничего не выразил, не возразил. Ты подслушивал. С самого начала. Обстоятельства изменились. Отдай мне ее. Я еще могу ей помочь. Все как 7 лет назад. Приказ отдала Майлз. А предательство осталось на совести Сойки. История повторяется. Ты будешь жалеть до конца жизни. Пойми, речь даже не о Сойке. Речь о том, что из-за нее может начаться еще одна война. Я забираю ее в Вашингтон. Она обвиняется в государственной измене. Ты прав. Она шла по головам, чтобы добиться своего. Ей было все равно, что станет со мной. Я так понимаю, она не сделала то, что тебе обещала. Существует только одна доза лекарства. Сойка решила оставить ее себе. Я остался ни с чем. Понял. Если отдашь Сойку, можешь забрать эту дозу. Не, я бы и так ее мог забрать. Нужны риперы, которые поймут, что с ней делать. Ты говорил, у тебя есть знакомые в Европе. И там, и в Лэнгли. Новые Штаты — родина лучших риперов. Они соберут все данные и проведут операцию. Тебя это устроит? Нет! Это выглядит, как будто мы договариваемся. Я не собираюсь договариваться. Я не отдам ее тебе. Нет. Ну, охуеть теперь. Не вини себя, Ви. Забей пока на это, если не хочешь, чтобы твоя подружка тоже откинулась. Все будет хорошо. Еще немного. Бля, договориться с Ридом нельзя было, чтобы не убивать. Походу, нельзя. Либо сдать Сойку... То есть, ну... В этой истории только один получается выживший. Это Сойка, победить. Все пошло по ее плану, все сработало. Ну вот и все. Ты сама по себе. Что? Подожди, я могу сохраниться прямо здесь? Наконец-то я займусь своими проблемами. Что это значит? Придется потерпеть. Не, мне кажется, вот это... Ну, забрать лекарство, вот это... Отправить ее. Можешь, может, ты долетишь, а может и нет. Мне это уже параллельно. У меня своих проблем полно. Пора ими заняться. В космосе ты будешь свободна. А, заняться своими проблемами, в смысле себе лекарства искать. Все, назад дороги нет. Поехали. Первый раз в жизни запускаю ракету. А ты? Та же херня. Она долго не протянет. Сомневаешься, что она выживет? Не знаю, но вряд ли Луна разом решит все ее проблемы.
Она стала свободной, как и хотела. Знаешь, почему у нее получилось? А у меня нет. Ей повезло. Ты заебал. Меня от твоего лицемерия уже тошнит. Серьезно. Главное, что тебе в жизни интересовало, это чтобы о тебе все говорили. И ты сравнишь себя с ней, с человеком, который пожертвовал всем, чтобы выжить. Наверное, я бы мог что-то изменить и вести себя по-другому. А может, я думал, что все равно выберусь живым. И вообще не исключено, что эта девчонка просто привыкла доводить все до конца. А я сдался в последний момент. Не знаю. Ну, по крайней мере, ты себе в этом признался. Это уже своего рода освобождение. Ха, что еще скажешь? Ты можешь быть кем угодно, освободи свой разум. Просто смотри в небо, Джонни. Или траву можешь потрогать. Она улетела. Круто. Это самое главное. Вот и DLC получается. Призрачная свобода. Ну да, уж точно. Так, Сойке повезло. Мы ее не сдали, мы не забрали лекарства, мы отправили ее реально на Луну. Давай мы это пропустим, наверное, или посмотрим это немножко. Здесь, кстати, в этих титрах может быть, постскриптум, или как это называется? Эпилог? Или пролог, или эпилог вроде бы. Ее спасут или не спасут, я думаю, нам на это смогут ответить или нет? Это, я понимаешь, просто это либо просто заставка для красоты, либо в конце, типа, будет, что ее вылечили. Ну вот она в киберпространстве, это ее аватар киберпространства. Не, это просто заставка, закрываем. Да просто заставка, там Рид появился. Ему в киберпространстве делать точно нечего. На следующее утро. Ну что ж теперь будем делать? Теперь будем прощаться с твоими мечтами о долгой счастливой жизни. Пиздец, Джонни, спасибо. Ты что, не рад, что мы с тобой воссоединились? Радости полные штаны. Вообще все не так плохо. Мы выжили. Мы вышли живыми из битвы между политиками и шпионами. Ага, и успели нажить себе очень сильных врагов. Майерлс тебя из-под земли достанет. Особенно после того, как ты убил ее самого верного пса. Ты переоцениваешь Майерлс. Она показала свое отношение к Риду, когда предала его. На этот раз он хотя бы сам выбрал, как уйдет. Да, он умер красиво. Это был самый достойный конец из возможных. И для него, и для всех нас. Всяко лучше, чем похерить все свои принципы и жить, как они ни в чем не бывало. Пора забыть обо всем этом и подумать о себе. Правильно. Рушить планы новых штатов и отправлять полумертвого киборга на орбиту — это поступки настоящей легенды. Но мы просрали кучу времени. Ты умираешь. С этим надо что-то делать. Ну да. Вернуться к основной сюжетке. Новый уровень, 47-й год. Так, задание выполнено. Угасающая звезда. Король жезлов. Отправить Сойку к звездам. Так, подожди, отправить-то отправили, но у нас же, помнишь, есть еще развитие событий, в которых мы пойдем с Ридом. Есть же у нас вот эта загрузочка-то моя. Ой, давно это было, блядь. Давненько это было. Где оно? Мы стоим над этой. Так, спящий агент, подожди.
В общем, давайте так. Сейчас мы серию заканчиваем. В следующей серии мы начнем с того, что мы окажемся вновь перед выбором. Кидать сойку или не кидать сойку. Где-то было сохранение, которое прям в этом... в там, где нужно, короче, там, где нужно. Бля, правила игры, это вот аж здесь. Это аж здесь правила игры. В общем, да. Подготовимся. Подготовимся, наверное, да? Ну, в общем, все, в следующей серии увидимся. В следующей серии увидимся, посмотрим, что будет, если брать сторону Рида. Да, спасибо за серию, спасибо за просмотр. Я столько впечатлений вообще сказать, вообще, вот это просто... Переварить надо, понимаешь, что надо все переварить, потому что, ну, пиздец, а не сюжет. Это просто жесть какая-то. Ну, от чего еще можно было ждать от Киберпанка, в котором, блин, ты всю игру умираешь просто? Я надеялся, что хотя бы к чему-то хорошему это все-таки приведет, не привело. Спасибо, что досмотрел, надеюсь, понравилось, было интересно. Ставь лайк, комментируй, подписывайся, следи за моим каналом, впереди еще много чего интересного. Счастливо тебе, пока и до свидания.